have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и у нас с вами попытки дойти до Легарда. Эта серия начинается из ниоткуда, и, наверное, продолжится она в никуда. Я просто решил попробовать, насколько это реально. Достал себе парочку... да, тут я уже был. Парочку планов, как это делается и как сюда пройти побыстрее. Там есть парочка... моментов, которые рассчитаны на удачу, но, блин, где я и где удача, это немножечко разные вещи. Теперь, последовал вашему совету и... так, это мы тоже сейчас заберем. Не взял ничего в начале. Это моя вторая попытка, первая была крайне неудачная. Мне просто не перло. Сейчас у меня есть и взрывные флакончики, и вот сработал бонус на скорость, например. Да, хорошая идея. Нам этот парень понадобится. Да, он потом убежит и сворует у нас деньги, но здесь и сейчас он мне понадобится для того, чтобы дойти до рычага, потому что дойти до рычага в одиночку крайне сложно. Кстати, если мы сюда приходим раньше, видите, арбалета здесь нет. Я так понимаю, что все эти триггеры срабатывают после того, как Легард дохнет, поэтому... пройти быстрее, скажем так, в наших же интересах. Заплесневелый бред. Так. Метательный нож. Грязь. Назначение грязи. Да, блин. Я мог от него убежать. Ладно. Нет, погодите. Умение, что у меня? Быстрая атака. Там есть быстрая атака, сделаю кастую на себя, а ты у нас по вот этой штуке ударь, пожалуйста. Отлично. Ай. Хорошо, отрубите ему, пожалуйста, конечность. Молодому этому человеку, да? Вот еще вот эту руку отрубите. А ты у нас вот эту ногу. Да какой же промах-то? По голове? Да ну блин, хорош! Офигеть! Эта игра продолжает меня поражать. Вот эти вот безрукие, безногие твари уворачиваются от нас. Ну, наконец-то. Уязвим. Так, по голове и... ну, может, убьете его? Да какой там, ага. Да, давайте продолжать тратить жизни, хорошо. Все, наконец-то. То есть, когда появилась вот эта штука, что он испуган, теперь можно ему наконец отрубить голову. Давай, до свидания. Получаем ключик от третьего этажа. Ну, в принципе, ладно, потратили немножечко хпшки. Кольцо стылой крови? Ключ от третьего... минуточку, ладно. Кольцо... нам как-то мимо этого другалька бы пройти. Вот так, например. Я очень не хочу с ним сражаться. Он очень неприятная личность. Иди в жопу. Да, вот тут скорость, например, затащила. Потому что до этого от него убежать я никак не мог. Да ладно. Камень душ, мне что-то прям как-то не по-человечески везет. Хочу, да ладно, я потом вернусь, пооткрываю все эти камеры. У нас вроде все есть. Нитроглицериновый порошок, перо. Эти взрывные флакончики у нас вроде тоже имеются. Да, чувак стащил серебряных монет, их украли одну, аж целую. У меня есть мясо? Черт. Тухлое есть мясо? Гнилое мясо есть, отлично. Потому что тут за рыцаря, я уж не знаю почему, но лейаут уровня поменялся. И теперь обязательно нужно пройти через волчицу для того, что... что? Погодите, он каждый раз рандомный, этот лейаут? Да, вот теперь как в первом прохождении, прикиньте. Потому что до этого у меня лейаут был
Да, теперь можно сюда пройти. До этого у меня вход в пещеру был исключительно с той стороны. Так, вот здесь можно пройти. Все обрушилось, взрывной флакон могу. Вроде как у меня написано, что... Шахты 6, да. Это самый короткий... Иди отсюда... Ой, Кахара, привет. Эй, рад тебя видеть живым. Я волновался. Я тоже рад тебя видеть. Да, я уж точно не хочу оставаться в одиночку в этом ужасном месте. Буду держаться тут. Ящики пусты. Осталось вспомнить, как дойти до 7 уровня, потому что, честно... нет! У меня нет проклятого оружия, у меня нет вообще ничего, как от этих тварей защищаться. Ай, твою за ногу. Это меня завалит, это я помню. Шахта обрушена, шатки метхнет. Такое ощущение, что все вокруг рухнет. Нет, не надо использовать тут взрывной флакон. Ах ты ж! Нафиг, 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 нафиг. А, меч, который мы можем попросить Кахару вытащить. Он скажет, типа, вы вообще там, что ли? Да, тут у нас пустые бочки. Вроде как-то сюда. Вот это расположение вот этого места я вообще ни капельки не помню. Поэтому как отсюда выбираться? Наверное, вот так. Да, все, отлично. Вот так мясо. Ничего стоящего. Две морковки. С Энки нам пока что говорить не надо. Да! Чтоб тебя! Ох, у него и такая штука имеется. Блин, надо было скорость себе кастануть. Ну хорошо. Так. Чтоб нам эта штука сейчас ничего не запорола, пожалуйста. Да ну, блин, тварь, хватит! По голове его. Так, 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 секунду, ребят. Мне нужно... У меня только одна зеленая травка, да? Черт, только одна. Поэтому давай, дружище, я тебя пока что вылечу, но насчет зеленой травки посмотрим до того, как мы освободим Легарда. Флакон воды, сыр. Там два, что ли, этих пыря. Ага. До свидания. Это явно не хочешь открыть. Так. Вот, он живой? Твое странствие наконец позволило тебе встретиться с человеком, ради которого и был пройден весь этот путь. Он еще жив. Е2. Е3. Е4. Я пытаюсь привести его в сознание. Пытаюсь. Так, мужчина поднимается на ноги. Теперь ты можешь лучше рассмотреть его тело. Подверглось жестоким пыткам. Об этом говорят многочисленные шрамы и отметины. Его тощие щеки и отстраненный взгляд лишь подтверждают, что он прошел через ад и смог его пережить. Заключенный Ух. Кроме своего имени я больше ничего не помню. Похоже, у меня амнезия. Ну, конечно, у тебя амнезия. Кахара. Молодец. Слушай, Кахара, я честно попробую тебя не убить в этот раз. Честно. Вот в прошлый раз, ну так получилось. Ты подозреваешь, что пытки, через которые он прошел, стерли его воспоминания. Ну так он тогда бессмысленный. Ладно, я точно знаю, что нам не следует здесь оставаться, но чувствую я себя не очень. Как думаешь, могу ли я присоединиться к тебе ненадолго? Да. Могёшь. Легард присоединяется к твоей группе. Почту за честь. Зачту по честь. Твою за ногу! На кого? На себя, на Легарда? Давай на себя.
ты атакуешь. Давайте ему хотя бы одну руку снесем. У него нет оружия! Да чтоб тебя! Так. Атака этой руки. Мы ее отрубаем. Нам нужно... Наверное... Блин, я даже не знаю. Наверное, вторую руку отрубить. Предмет. Метательный нож. А в этот раз у меня дротика, кстати, нету, да? Нет, 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 я не то имел в виду. Взрывной флакон. Китай. Потому что... Блин, даже не знаю. Ну вот это ему отруби. Хорошо, обе ноги. Как ты это ему-то не отрубил? Такие звуки. Кахара, извини, чувак. Так. Пожалуйста, сработай. Да! Так, отряд побеждает. Говнатый кусок. Камень душ, да, хочу использовать. Давай заберем. Так, обыскать. Руку, ногу. И руку. Две руки, кстати, у нас. Сырое мясо. Две морковки. Так, ребят, смех смехом. Блин, Кахара, извини, чувак, но мне вот эту вот зеленую травку сейчас нужно на вот этого урода использовать, потому что мы, собственно, сюда за ним шли. Ах ты ж! Ёжик, ты полосатый. Смотрится в темноту, в теме есть что-то, мы должны уходить. Что это? Древний город, там есть сила. Все-таки что-то помнишь? Нет, нет, я не помню, я это чувствую, я знаю, что мне нужно туда. Мы вернемся, чувак. Нам нужно сейчас срочно отсюда выбраться, и потом уже пойдем с начала все это перебирать. Поэтому... А, и вот это, кстати, разрезать, пожалуйста. Все. Открываем шорткат. Нам нужно сейчас, по идее, очень быстренько найти... А, кстати, чё-то я туплю-то. Ай, блин. У тебя же нет... А у меня нет никакого дополнительного оружия для тебя, а, дружище? Отлично, супер. Я этому просто чрезвычайно рад. Ну, в этот раз мне повезло практически совсем, но я не нашел никакого дополнительного оружия. Ну, хорошо, сам факт того, что мы этого засранца нашли и вытащили. Нитроглицериновый порошок, это вот вообще супер. Две морковки, опиум. Сам факт то, что мы этого дебилоида вытащили, реально говорит о многом. Поэтому Эль, яйца, открывается с этой стороны. Хорошо приготовляется. Тут-то мы всех уб... А, стоп, мы тут не убивали того чувака. Нет, я к нему тоже тогда сейчас не пойду. Что мне нужно? У меня есть ключ от всех камер. Блин, мне нужно Кахару спасать так-то по-хорошему. Да чтоб тебя, блин, как ты меня напугал, тварина! А, рептилоида кусок. Предмет. Метательный нож, атака. Кахара, хватит промахиваться, пожалуйста. Так, яд. Яд, хорошо, у меня есть белый флакон. Это не страшно. Умение, быстрая атака... Да, на себя, пожалуйста. Нет. А у тебя какие умения? У тебя подсечка. У тебя психики, что ли, вообще? Блин. Предмет. Красный червивый сок. Я не хочу червивый сок. Так, ладно, белый флакон. Потом... Короче, просто атака. Вот, по ноге его ударь, и ты его по ноге ударь. Блин! Нам по-хорошему надо было, наверное, бы сохраниться, да?
Ладно. Получилось не очень красиво. Броню из кожи, щит паука. Это, конечно, круто. Здесь лежит Кахара. Блин, чувак! Ты знаешь, ты как этот... Ой, как же тебя звали-то? А мы вообще... А, нам наверх надо было, да? Или мы... А, мы отсюда и пришли. Нам, в принципе, в другую сторону. Помните? The best is the kill Kenny. Так вот. О-о-о, здравствуйте. Это не предусматривалось. О, это я возьму. Счастливая монетка? Да. Я помню, надо выпить противоядие. Сейчас мы пойдем за ним. Блин, у меня же была... Ладно, забейте. Зря я вступил в бой, не выпив противоядия, да? Да. Так, белый флакошек. Давай-ка вот сюда. Вот так. Вообще теперь все отвратительно. Уйти. Ничего не осталось. Так, хпшки вообще нету. Но мы можем, знаете что, мы можем попытаться найти себе оружие вот у вот этих вот ребят. Ну-ка. Стоять. Стой, где стоишь. Та-ра-та-та-та-та. Я так понимаю, ты в своем уме. Хотя я могу показаться старшим раненым, но я все еще нанести, могу нанести смертельный удар от той два. Я сир такой-то, служу такому-то. Обыскать, пожалуйста. Решка. Спасибо. Булаву находим, уже хорошо. Орел, пожалуйста. Ну, не в этот раз. Не все же коту масленица, правильно? Спасибо. Ладно. Так, ты, дружище, на тебе булаву. Щит паука тебе. На голову нечего. Аксессуар. Вот, кстати, кольцо крови. Проклятое кольцо, оно заставляет кровь стынуть в жилах, предотвращая кровотечение. Без магии тут не обошлось. Предотвращая кровотечение. Пожалуй, я от себя одену. Та-та-та-та-та, высоко. Хорошо. Так, ты. Кольцо. Кстати, это мы... Угу. Щит с орлом, длинный меч. Атака 33. Погодите, у меня атака 33, а у него атака 60 с булавой. Это что-то длинный меч такой-никакой или что? Ладно. Посмотрим. Блин, у меня началась уже там это, первая стадия голодания. У нас нету пирога там какого-нибудь. Мы, в принципе, еще ничего не умеем готовить, да? Можно помидорку схавать. Парочку. Нам как-то нужно бы добраться до сохраняшки. Кстати, вот эту тварь-то мы не обыскивали. Останки существа, кровь еще свежая. Но это вот, вот этот вот парень его уфигачил. Сохраняться туда же, в ту же кровать я не хочу идти. Я хочу вернуться. Ох ты ж, а что ты тут делаешь? Я думал, ты сюда не заходишь, дружище, ты чё? Так нельзя поступать. Это не по-чебуречески вообще. Короче, пока мы не нашли Легарда, у нас все шло довольно неплохо. Сейчас, когда мы его нашли, что-то... немножечко поднеповезло, так скажем. Я могу сюда? А только с другой стороны. Это, видимо, упасть туда можно. Нам вот этого чувака надо обойти. Нельзя, чтобы он нас... Давай, в другую сторону чеши. Я его тогда в прошлый раз оббежал. Вы этого не видели, потому что я начал уже не с того места. Ты выходить будешь, нет? Стоп, а мы вот это обыскивали? Да. Да, обыскивали. Он выходит. И заходит. Ну, блин. Да ну я не хотел на него нападать.
Твою за ногу. О, промах! Тупо повезло. А, и ты тоже промахнулся. Ну, ладно. Давайте, надо добить эту голову. У нас хпшки, кстати, вообще нету. Обыскать. Ничего ценного. И ударить. Ну, давай, ладно. Так, ладно. Он тут нам прям реально мешал. Взять немного гнилого мяса. Это я, наверное, все-таки возьму к себе волчицу. Тухлое мясо. Тут бочонки с элем. Флакон с вином. Это нам пригодится. Мы тут прямо на входе. То есть, вот вы сейчас видите обратную дорогу, как сюда быстренько добраться. Реально, если пойти через подземелье, попасть туда на кладбище, через Железного Шекспира, то... О, не, иди в задницу. Я тебя знаю, чувак. Хорошо, все. Теперь у нас более-менее тут все нормально. Я превращаюсь в нечто гадкое, что напоминает человека, которым я когда-то был. Это все нормально, этические ценности потеряли всякие смыслы, отворил немыслимые поступки, дабы выжить здесь. Для такого жалкого существа, как я, более нет места под солнцем, теперь я часть этих подземелий. Часть этого нескончаемого кошмара, просто еще один винтик в этой машине голода и страха. В некотором роде это приносит успокоение, отныне у меня есть ясное место в этом проклятом мире. Но я пишу эти строки как предупреждение для всякого, кто осмелится спуститься в эту тьму. Уходите, пока это еще возможно. Не находите маленький буклет под книгой учета посетителей. Ты забираешь книгу... А, ты находишь маленький буклет, книгу страхов с собой. А что за книга страхов? Книга страхов и фобий. Некрофобия, страх смерти, мертвецов, трупов, мазофобия. Страх призраков, призрачных образов, рабдофобия, страх магии и подсторонних сил, эротофобия, страх та-та-та-та-та, сношений кинет. Нет, он тут тоже зам... Блин, ах ты ж... Я думал, я сейчас расслаблюсь и буду... Ух ты! Кожаный шлем, кстати, да, спасибо. Нет, не то. Знаете, это кожаный шлем. Синий флакон. Это просто замечательно. А, на кого я хочу его применить? Это, наверное, на. У тебя поменьше хпшки, следующий пойдет мне. Я думал, что я сейчас аккуратненько, спокойненько... Слегка голоден. Спокойненько сейчас буду ходить и... исследовать тут все. Теперь это говно будет за мной гоняться, потому что я его уже активировал. Твою за ногу, как я это не учел! Взять немного, да, да, взять немного. Ты берешь немного гнилого мяса, личинки залезают на руку, да, это нам знакомо. И тут мы берем гнилое мясо. Ну, за безлуницей я, наверное, пойду, потому что, хоть она и бьет бесконтрольно. Метательный дротик, что очень круто. Сырое мясо, что не знаю, насколько очень круто. Красный флакон, этим можно дверки повскрывать. Иди отсюда, убогий. Я думал, я тут сейчас сохранюсь. О, красные травы. Голубой флакон, который бежит, качается, если вы помните. А, мне бы его, наверное, сразу бы... А, у меня есть еще один синий флакон. А где... Флакон с водой. Погодите, я подбирал голубой флакон. Почему мне дали синий? А-а-а. Ладно. Как по мне, так это было немножко несправедливо. Иди нафиг отсюда. Я могу запереть дверь за собой. На гвоздик не наступаем. Погодите, а тут другой лейаут. О! Такой стоит! Здесь же все по-другому-то было. Ну-ка, мы сможем выломать? Да, 98, ага, сможем мы выломать.
А, сможем! А, окей, спасибо. Ладно, если что, двойную скорость мне нужно на вот этого дебила. Так, две морковки. Пила. Спасибо, теперь я смогу отпилить конечность. Белый флакон. Хоть какая-то защита от яда с жидкостью. Здесь ничего нет. А дальше пройти не могу. А, проблемка, знаете-то, в чем-то? Блин. Проблемка, что у меня опять ни одной травки нет. Так, тут надо найти библиотеку по-хорошему, потому что в ней будет том пересмешника. Твою за ногу. Ну, не так же выглядело все, ну то есть... Ёлки-палки. А тут тогда что? А, я тут был? Да. Блин. Ладно, это новое место. Мы его еще не видели. Ха, насколько это может быть круто. Так, это боги у нас, да? Да, взял кровью, спасите нас. Вас уже ничто не спасет. Так, тут вот эта же доска, на которую можно наступить. Это отсюда я приходил. Сюда можно зайти, сюда я тоже. А где-то, да, библиотека, наверное, где-то наверху надо искать. Да поворачивайся уже. Он меня догнал, нет. А, так. Не, умение, пожалуйста, и быструю атаку вот на... Да ну не на себя же! Ай, черт с тобой. Отруби ему, пожалуйста, руку. Спасибо. До свидания. До новых встреч. Так, ногу. Другую ногу. О! Теряет. Да чтоб тебя! До свидания. Из-за тебя я, тварина, потратил счастливую монетку. Говный кусок. Обыскать. Тесак, набедренную повязку, мокрая от пота. О! Так, я же не могу их пока что освежевывать, да, к сожалению. Так, в разбитых бочках никогда ничего нет, правильно? Это их фишка. Деревянный баклер, бутылка виски. А что мне с психикой? А пока что... Блин! А, вот что, она не бьет-то ничего. Она ослабла от голода. Черт. Вот что, у нее атаки-то нету вообще. Все, нормально. О, пентаграммка. Да, помню. Жертвенный круг для богов. Та-та-та-та, задобрить. Грагот. Сильвен богиня. Бла-бла-бла. Нет, пока что ничего тут делать не... Ну, нет, пока не буду. Честно, вот сколько я... О, привет. Сколько я читал про эту игру, сколько я там смотрел... Ну, в смысле, смотрел... Я заходил на Вики и читал всякие разные вещи. Вот. Все равно система магии здесь остается для меня немножечко пока что... Кстати, если у тебя 71 разума, что ж ты тогда не захотел применить? Паразит мелкий. Ладно, приказы капитана. Возвращение к тому, что обсуждали в прошлый раз. Мы более не нуждаемся в плен. Судьба этих ублюдков отныне в ваших руках. Делайте с ними все, что пожелаете. Коль намерены приступить к своим безнравственным планам, пожалуйста, это... По-моему, все мы читали, да? Жестокость. Так, хорошо. Нет. Учение Альмера. Ниссан Альмера, да? Рожден девственницей скромного происхождения. Человеческое дитя заложено в него с семенем ложного бога, бог, живущий среди людей, Альмероса. Так, да, вот я у вас спрашивал в прошлый раз насчет девочки, могу ли я на нее забить. Ох ты ж! Уйди, уйди, уйди от меня, уйди! К черту тебя! Нет! Там еще хуже!
Ай, чтоб ты подавился. Блин, надо было не то. Ну ладно. Вот эту штуку ему, пожалуйста, отфигач. С таким звуком только такие штуки отфигачивать. Так. Быстрая атака. Можно не носить... Блин, ясно. Понятно. То есть лишний раз мы убедились, что это так не работает. Да какой же промах-то? И так нормально. Да к... Говна кусок. Зачем ты меня ударил? Маленький ключ. Такой же маленький, блин, как твои мозги. Ну вот, видите, вот эта библиотека. Бутафорскую книгу. Да, вот она мне нужна была. Фиг с ним, орел. А как мне теперь с такой хпшкой... О, я нашел, серьезно? Свиток длинного меча? А я ж с длинным мечом хожу, не? Броня, кольцо крови, бедренная повязка, тесак. Рука. Так, хорошо. Не то. У меня длинный меч. Супер. Свиток длинного меча. На, держи. Уж не знаю, насколько все лучше стало. Свиток воровства. Притягивает твой взгляд, будто зов сирены. Книга приковывает твое внимание к жуткому кожному невозможному страху. Владевает. Не надо мной там ничего овладевать, погодите. Потом, подождем. Так, книга. Так, свиток воровства. Узнайте секреты искусства воровства и карманных краж. Ну, хорошо, давай. Блин, сколько вас тут? Самоубийство, всегда еще один выход. Как я люблю эти фразочки. Подлечиться-то мне, собственно, нечем, да? А, у меня синий флакон. Вот так вот сделаем. Страх овладевает, на здоровье ему, этому страху. Я что-то, блин, с такими хпшечками я бы сохранился бы, честно. Я не уверен, что я хочу. А, я понял, мы кругаля дали, я понял, где мы. Слабеет от голода. Ой, блин. Кусок легарда, блин. На. С вороной мне сейчас драться вообще не резон. Ай, блин, у меня нету взрывного флакона. Я его потратил на этого гребаного стража, чтобы его разорвало. Так, ладно, девчуль, ты это, сиди, не паникуй. Мы за тобой вернемся. Там, не знаю, часов через 8-9, наверное, может быть. Я бы... Нет, я туда не пойду. Идите нафиг. Не-не-не-не-не, у меня есть путь, как туда добраться менее страшными способами. Ну, я не хочу сейчас с вороной сражаться, у меня сохранения не было. Идете лесом. Я сейчас сделаю вот так. Погодите. Я тогда, будучи в фулл пати, с практически полной хпшкой, вот ворону убивал. И то, сколько попыток мне на это ушло, я вообще там не перечесть. Хорошо, что мы эту штуку завалили. Вот. Закрыть руку. А, это в колодец надо упасть. Блин, мне бы зеленой травки. Хорошо. Мы сейчас с вами дойдем до... Интересно, ту дверь мы сможем выломать или нет? Там у нас дверь перехода. Блин, этот... Шекспир... Ой, грибочек, Шекспир вообще там ходит везде теперь. Нам бы еще эту книжечку поваренную найти. Тоже было бы хорошо. Взломать. Получится, нет? Не. Там надо прям, по-моему, миазмой рубить, чтобы это проломить. Так, хорошо. Ну, не очень хорошо, конечно, но все же. Тут у нас ползунок один есть. Ра-та-та-та-та-та-та.
если мы сейчас пойдем сюда вниз и выйдем вот здесь. Попробуем А, ее можно просто открыть. Там у нас есть просто кроватка с сохранением, я бы ее заюзал. Тут где-то бегает этот кто-то или что-то. Подождать и увидеть, кто это. Я просто уже, по-моему, знаю, кто это, да? А, видите, человек выходит из тени. Вот, и не тот, кого я ожидал. Кто же ты, а? Я могу тебе кое-что показать, если тебе интересно. Хочешь посмотреть? Неинтересно. Жаль. Точно? Больше не предлагать не буду. Из во рта капает слюна. Говорю же нет. Ты хоть знаешь, с кем вообще разговариваешь? Это мое владение. Давай, чувак, до свидания. Атака. Давай я тебе просто для начала руки поотрубаю. Так, ну и до свидания. Фух. Рыцарь побеждает. Да нет, погоди, мне его обыскать надо. Ключ второго этажа. То есть как раз мы оттуда и пришли, но он нам предлагает этот ключик. Хорошо. Немножко муки нашли. Ну или муки. Я не помню, тут вроде как... О, а тут лейаут тоже другой, кстати. О! Это интересно, я что-то... Твою за ногу! У обоих кровотечение. Ладно, у меня как раз два куска ткани. Я думал, что это как-то связано с тем, что арбалет появляется со временем, а он появляется просто здесь теперь. Ах! Нет, погодите-ка, вы в здравом уме, так ведь? Да, конечно, я был уже мертв. Говно сюда пришло. Не стой в проходе, ты выдашь нас всех. Кто-то такой. Мое имя сейчас не важно, по моим ощущениям, я блуждаю по этим подземельям вот уже целую вечность, мое чувство времени притупилось, может, прошли годы или месяцы, боюсь, лишь пару недель, я больше так не могу, я чувствую, как разум покидает меня, не знаю, зачем вы сюда явились, но на вашем месте я бы уносил отсюда ноги как можно скорее, да-да-да, побег, порвать это дьявол, пожалуйста, блин, мне бы сохраниться сейчас, блин, мне бы сейчас сохраниться, чертовы уроды. А, это, блин, все, я понял, это я сейчас тупанул, это сработало, флакон с кровью, сработала ловушка сверху, я просто наступил на нее, я подумал, что это арбалет снизу, но это не арбалет снизу, это ловушка сверху, там же была еще дырка, черт, как я на это попался, очень обидно, ладно, и так хпшки не хватает, я еще и, вот, да, победитель по жизни. Так, ребят, а можно я пройду? Молодец. У меня есть вода. Предмет белый флакон. Флакон с водой. Не надо там ничего, пожалуйста, шептать. Блин. Вон оно ходит, кстати. Поискать талисман очищения и лампа жреца. Супер. Лампы можно, по-моему, кого-то подпалить, так же, как они это делали. Лампа жреца, камень душ, талисман очищения. Это все, конечно, здорово. Книга страхов. Это просто чудесно. Просто офигеть. Да ёппарасете! Сраные ловушки.
кусок ткани на, потому что, блин, у меня еще есть немножко жизни. Мне нужно... Да идешь! Да! Нет! Как же бесит. Так, умение. Украсть. Что я могу у тебя украсть? Нет, какой промах! Рыцарь... Ай, блин, он еще и руку мне отрубил. Вообще суперски. Я обожаю эту игру. Восемьдесят шесть. О, такие звуки. Так, короче, ладно, ребят. Я думаю, что... В этот раз я сохраняться не буду. Ну да, убил. Я и так как бы совершил много ошибок. Фишка в том, что у меня есть довольно удачное сохранение. Прямо вот с того места, где мы начали серию. То есть у меня есть взрывной флакон и хорошая скорость. И Кахара там еще жив. Я попробую, наверное, все это за кадром аккуратненько переиграть. Посмотрим, до какого места. Наверное... Мне нужно было сохраниться гораздо раньше, чем вот сейчас бегать по подземельям без сохранения. Бам. Кстати, фаталити увидим? О! Вот такого мы еще не видели. Ты приходишь себя в от них гниющей плоти. Тебя окружает холод, сырость и отвратительная вонь. А, тут еще и ползти можно. Кася. Кровавая яма, второй уровень. О, это я. Вылупился. Чё, вылупился? Серьезно? После этого, типа, еще и жить можно. У меня еще даже инвентарь. У меня даже... Да! Офигенно. Вот, ладно, но в любом случае продолжать с этого момента я не буду. В общем, что я планирую? У меня на второе прохождение было в планах забрать себе Легарда. Это получилось, это, кстати, вполне реально и так уж сказать не так уж и сложно. Потому что у меня всего лишь со второй попытки получилось его забрать. Первая попытка была очень неудачной, со второй попытки вышло. То есть... У нас нет сохранения с Легардом, но у нас есть сохранение там, где мы практически гарантированно его получаем. Давайте с этого. Во-вторых, я хочу себе получить мага из вот этой вот кучи говна. У меня тоже есть инструкция, как это сделать, я там все почитал. Поэтому я, наверное, сейчас в офлайне переиграю, ну, в офлайне, в смысле, за кадром переиграю, как все должно быть, чтобы у нас Легард был живой. И в идеале, может быть, чтобы Кахара тоже был живой. Посмотрим, если у нас это получится. Мы тогда на этого рептилоида, блин, тупого нарвались. Очень обидно. Вот, посмотрим, как оно все получится по хпшке, по всякому такому, может быть, пару раз переиграть, чтобы поудачнее было. И тогда в следующий раз мы с вами уже начнем с момента, когда у нас нормальное сохранение, с нормальной пати, с Легардом. И следующая наша задача будет получить куб и попробовать получить мага вот этого. Вот, и тогда уже, исходя из этого, будем смотреть, как и что. Все, ребятушки, на этом пока сегодня серию будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодышек. Всем покеда.